Всех приветствую приятного просмотра. Продолжаем мы проходить Рим Тут Вар. Ну что у нас тут дальше? Продолжение у нас тут всего битв. Так, эта армия почти уже уничтожена. У нас осталось от нее не слишком много, но она еще может сопротивляться вот этим армии. Вот эта армия вряд ли, я думаю, сопротивление будет какое-нибудь. Осада у нас одного города в данный момент. Это очень плохо. Что у нас сверху? Сверху у нас тоже не слишком огромная армия. Еще пока собирается. Здесь у нас не слишком мощная армия, но я предлагаю вот эту ассасину сюда перетащить и переставить их данную тут сюда эту армию, а там посмотрим, что у нас дальше будет. Тут типа огромная армия идет больше, чем любой другой. И тут еще у нас осада, да, у нас осада двух городов, господа. Осада двух городов, которые мы можем потерять. Почему у нас такая ситуация? Потому что так, у нас тут двое уже есть. Проблема то, что у нас вот такая ситуация. Так, тебя нанимаем здесь тоже. То, что у нас тут была эпидемия, можно так сказать. Вот здесь эпидемия, господа. Так, здесь также мы продолжаем нанимать эту же армию. Император! Господин! Конечно, лучников побольше, бы их какой-нибудь. Ну давайте здесь, может быть, наймем себе. Тяжелые. Вот так тебя наймем, значит. Пускай нанимается, а там посмотрим, может доведем, может не доведем. Здесь тоже надо нанимать армию. Все, господа, у нас здесь 13 тысяч. У нас на той стороне война. Здесь у нас войны нету. Здесь можно продолжить спокойно строительство заниматься. Но прежде чем что-нибудь сделать, можно здесь нанять тоже армию. Пацан, нормально. Да, тоже строительство можно заняться. Здесь даже порт можно построить за 800 и нанять здесь ассасинов. Пускай ассасин здесь будет. Так, тут у нас наем войск не производит. Мы тоже нанимаем. Строительство тут у нас идет. Здесь у нас строительство не идет, но при этом у нас здесь нанимается армия. Это замечательно просто. Сделать здесь, чтобы здесь они сами по себе тоже армию нанимали. Здесь можно что-нибудь построить, но пока я не хочу. У нас есть 6 тысяч. Так, у нас тут строительства в этом городе нету. Тут можно площадку катапульт начать строительство. А может, что-нибудь получше было бы, а? Ну ладно. Не особо важно. Что нам делать здесь? Здесь не очень все хорошо. Вот эта армия может прийти на помощь. Прилагаю я тебя отправить сюда. Прям ровно. Здесь у нас полноценно будет набираться новая армия. Мы высокие налоги делаем. Полноценно новая армия будет собираться. Но при этом вот это... Вот здесь вот этот город... Господин! Поможет. Господин! Император! Пока вот так отправим. Вперед! Тут потому что они постоянно отсюда атакуют. Вот император! Эта армия может прийти на помощь к ним. Только при этом у нас через три хода только будет. Тут то же самое. Можем потерять города. Это очень плохо. Но впереди у нас очень много времени. Посмотрим, сможем мы справиться против брутов или нет. Здесь мы тоже отходим пока. Вот это я бы распустил на самом деле. Это не особо ничего такого не даст. А вот это можно объединить. И можно нанять наемников варваров, господа. А у нас денег уже нет, да? Ну ладно, ничего страшного. Ничего страшного, со мной эти деньги улетят. Ну что, пропускаем код, смотрим, что у нас дальше пропускаем. Опа-на! А там по событию. Так, тут у нас защищаемся мы. А там наши бутовщики, блядь, решили наш город выгнать из нашего города. Эти заносчивые римляне, пруты, они считают себя ровней нам, нашими врагами, а я считаю их покойниками.
Они будут сражаться одни. Никто из их друзей не решился прийти сюда и умереть за них. Разве это не говорит многое об их благородстве и отношениях с другими народами? Они жадны, непредусмотрительны и глупы. Все, что мы должны сделать, это позволить им умереть. Ни на чьей стороне нет численного превосходства. Значит, единственный способ... Ладно, спасибо большое за речь. Так, давайте посмотрим, где у них армия вообще стоит. У них армия состоит там. А почему мы здесь стоим, я не знаю. Без понятия просто. Полагаю, я... Так, лучников. Блин, неохота лучников отправлять сюда. Та ж вот эта фигня, блин, буду долбить их по-страшному. Блин, здесь. Так, самый маленький. Сюда. Вот так вот станем мы в линейку. Так, господа, других два лучника делаем так. Если что, вы станете здесь. Если что поменяется, мы поменяем свое мнение. Вот так вот. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ай, блин, не так я сделал, господа. Так, это дело лучников. У нас еще один отряд лучников. Простите, микрофон сейчас задел. Пока думал, что заниматься. Тут давайте двух лучников еще поставим. Вот так вот. Эти будут здесь у нас стоять. Ну, я предлагаю, знаете, как сделать? Вот так вот, 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 бля, вот так, так и так. Эти здесь поставим на всякий случай приблизительно вот так вот. Это здесь же поставим собаками и то же самое здесь будешь ты. Все, господа. Начинаем мы. Они атакованы. Это наши лучники стреляют, да, оттуда? Это просто замечательно. Они атакуют нас. Так, лучники, предлагаю огонь перевестись. Так, цифра 2. Делаем цифру 2. Класс. Да-да, правильно, правильно, стреляйте по ним. Правильно делайте. Они со мной пойдут эту стену долбить. Сколько их тут? 55? Если придут, как придут, это не важно. Мы оттуда уберем солдат. О, да. Зачем это делать, если они идут под земку? Мы атакованы. Так их не пробьешь уже, господа. Я тоже ушли на это. А на этих вы сможете стрельнуть?
Все равно не погибают. Не, они поэтому не стрелят. Понятно, все, все ясно. Пускай стреляют, только жалко, тут не бесконечно у них стрелы. Были бы они в городе, какая разница. Так, это сюда он, куда вообще стреляет? Сюда, что ли? Урон поворотом. Замечательный расклад вообще просто очуменный. Ну, мы продолжаем пока смотреть, пока стрелы остались у наших лучников. Ну, понятное дело, что тут, блин, эту черепаху почти не пробить. У них так фиг пробьешь броню, а тут его черепаху. С ума сойдешь пробивать. Простите. Чуть-чуть болею. В данный момент и... Ну, эта серия будет, когда я уже буду здоров. Срам ваш. Ну, вообще, 5 человек мы уже побивали. Бля, не можете вы, пожалуйста, встать сюда, а? Эти лучники. Вы по ним стреляете, да? Предлагаю вам включить огненные. Мы атакованы. Погибшие есть, это замечательно. Вдруг 9 ночи очень мало, у нас почти уже стрелы закончились. Чё они ворота ломают? Какие ворота ломают, я не понимаю. Давайте перемотку сделаем. По этой фигне что стреляете? Да, вот это да, вот это, блядь, борьба. Все-таки они решили напасть, да? Так, таран у них уничтожен. А это копатель собирается они или нет? 46. О, это сгорел, это замечательный, хороший расклад. Враги уже стоят у стен с осадными башнями. Нам остается полагаться только на нашу храбрость и воинскую доблесть. Господа. Бля. Там к вам придут на помощь, господа. Так, вы можете стрелять, а? По ним. Если они по ним попадают, это замечательно просто. Пока стоять, ничего не делать, это замечательно. Так, их осталось 33-32. Бля, это по нашим попал. А оба не может стрелять? Супер, вообще супер. Так, так, дождите, господа.
Вы где? В атаку. Идите на помощь своим. Да, сколько их? 57, а у вас 20... А, тяжелых 22, это замечательно. Это вот эти вот. Это просто очуменно просто, как они там стреляют по ним, а? Вот это тактика мировая. Мимо очень жалко. Давайте еще раз прицеливайтесь аккуратненько. Это замечательный, хороший удар в спину. Еще один удар в спину хороший. Бля, у них еще войны идут сюда. Ну тут конница есть, на всякий сути, даже генеральская. Атакуем, атакуем их. Я так чувствую, что наш побеждать начинает, да? Это просто замечательно. Давайте, давайте, мочите их, брутов. Еще войны, бля, вот это пострашнее войны идут, да. Это пострашнее идут армия. Больше у нас никто не идет, да? Есть идея, если там никого нету. Сюда всех пока отправить. Вот они выходят. Так, господа, стреляем себе по ним. У них всего лишь 38 единиц, но это со мной могут привлечь себе внимание. Но это слишком мало их. 8 штук, это не страшно. Эти так и стоят. Так, тут кто-нибудь есть? Первая когорта легионеров. Уже нет, стоите, стоите здесь. Если я туда их буду выставлять, их может баллисты просто попасть по ним. Я не хочу, чтобы они попадали баллисты по ним. Давайте, давайте, господа, атакуем их, уничтожаем их. Двадцать семь человек, господа, 27, там еще поднимается, если не ошибаюсь. Где они? Уже поднялись. Да. Ну это фигня полная. Так, это полководец, я так понимаю. 83, конечно. Теперь эти пошли. Ну, понятное дело, они постепенно будут сюда идти, идти, идти. У нас тут не вся армия.
Так, они со мной мажут. Идем сюда. Пока собирайтесь наверх. Будем сжимать их с двух сторон, потому что заканчивается у нас стрела. Все, у них больше ничего нет. Я говорю об этом, больше у них ничего нету. Ждем еще ихнюю атаку. Эти пока стоят, ничего важного. Господа, лучше быстрее бы сделать все это. Даже не скоро поднимется. Вот они, а их немало. 73 человека. И они что, сразу на них пойдут, что ли? В атаку. Нет, пока тут собирается. А эти пока собираются здесь, ё-моё. И толкается, бля, ё-моё. Ну все место войдет. Не волнуйся, они как на лифте поднимаются. Давайте, господа, нужна помощь, очень нужна помощь. В атаку. Первая когорта легионеров. 43 уже, замечательно просто, молодцы. Кто там следующий идет? Никто? Я только за эти никто не подойдет, мне нафиг никто не нужен. Вот это копья подмочили чуть-чуть сзади. Ну, нихуя, он размахнул, блядь, мечом, блядь, и двоих убил. Ну что, все, мы сопротивление сбили ихнее. Только что они тебе будут делать, я не знаю. Я беру перемотку, ставлю и смотрим, что дальше будет. Я спускаться к ним не буду, идите в баню. Пускай хотят, что и делают. Я их догонять не буду, спускаться не буду. Если хотят атаковать, пускай приходят сюда. Если не хотят, то и фиг с ними, блин. Мы сейчас время потратим ихнее, сколько там, 22 минуты осталось нам. И все, и без всяких проблем посмотрим на мир, как снег тут дует. Точнее, как снег падает, а ветер дует, это у нас зима. Наш замок, сказать, не замок, а город. Это все в Medieval 2 только сделаны, замок и города разделяться будут у нас. А вот это святилище у нас другое. Очуми просто, да, вот сам Рим. Город Рима, да, а святилище очень другое. Да, интересненько. Ну что, сколько там? 20 минут еще. Ё-моё, а что так долго-то ускорение-то идет на тройку-то? Или я сейчас нажму на паузу, а там уже встретимся, скорее всего, в конце этой битвы. Вот так я сделаю, точняк. Ну что, мы снова здесь. Бездействия никаких не происходило, видите, еще остается 20 секунд приблизительно уже до окончания этой битвы. Ну вот так вот, они не решились атаковать их, а у них оставалось. Это что у них, баллиста одна штука.
два, а даже три, вот тут самый сильный отряд. 83 человека, которые тут и даже... Вот он, капитан стоит. А мечо показывая. Вот и нули. Все, господа. До свидания. Ну что дальше будет? Победа, конечно. 537 их человек убили, они 143 все уже убили. У наших очень-очень мало. Я думаю, дальше осаждать они город наш не будет, потому что у них воинов столько нету, чтобы осаждать наш город. Видите, прекрасно, что они от нас ушли. И тут у нас, блядь, бой. Отступить некуда, ёб твою мать. Ёб твою мать, а это очень плохо у нас здесь. 1000 человек, капитан Белла. Наши не выдержат. Я полагаю, мы отступить. Этот город мы вернем себе. Построим тут армию новую. Можно так сказать. Так, у нас Новый год. У нас Новый год. Здесь мы отбили. Это просто замечательно. По возможности мы тут нанимаем себе армию. Суперсильных нет, но тебя можно нанять. Ремонт обязательно делаем. Строительство мы тут делать заниматься не будем. Так, ты у нас идешь сюда. По возможности. Так, сообщение по поводу у нас наем войск. Ну, давайте здесь посмотрим. Здесь у нас нанимается, здесь у нас нанимается, здесь нанимается пока. А, здесь у нас и нанимается, да? Так, так, так. Давайте тут лучников наймем. Здесь ты уже готов. Идешь сюда. Лучников здесь наймем. Здесь лошадей пока. Здесь, понятное дело, тут то же самое пока. Здесь у нас то же самое. Пока у нас тут армии больше нету. Ждешь здесь пока. Постройка завершена. Замечательно. Объявление фракции семейной трагедии у нас Луциала. Своей смерти. Дом Брутов самый развитый. И здесь понятно. 14 тысяч у нас есть. Император? Честно, я, конечно, объединю вас всех. Господин! В едино. Полководец! Император! Приказы! Император! Тебя распущу. Император! Тебя распущу. Стоишь здесь, да? Наем войск. Нанимаю тебя. Че, будем тебя копить армию здесь? Же. Строительство. Давайте тут акведуки построим наконец-то. Тут тоже надо строительство заняться. Так, ну давайте тут казарм построим, да? Мне казан так много, давай военный конюшни, 4 хода. Здесь что у нас вообще есть? Имподром можно построить, им 6 лет и фиг с ним, пускай строится. Тут армия, короче, у нас будет собираться. Мы будем собирать армию и будем атаковать этот мятежный город, который мы берем его себе обратно. Больше у нас особо ничего нету. У нас есть, конечно, деньги. Тут тоже у нас бунт происходит. Но строительство тут везде есть, кроме здесь. Здесь нам ничего не построить. Теперь мы можем продолжать здесь нанимать себе армию. Нанимаем тебя. Переобучение тоже делаем мы. И переобучение у нас заканчивается. Господин! Идешь пока сюда. Вперед! Здесь у нас не очень все хорошо, мы на нормальные налоги переходим. Не особо это важно. Наем можно кого нанять, давайте наймем лучников здесь. Император! Отсюда можно кого-нибудь прислать. Алководец! А, ну ладно, тебя. Тебя убираем. Император! Тебя сюда. Император! Все, ты у нас. Ухожу из армии. Уходишь из армии, да, правильно. Император! Тебе наемники не нужны. Тут у нас наем идет, тут тоже сам. Ну все, следующий ход мы уже будем пропускать. Тут у нас армия пособралась. Я думаю, эти все-таки могут отбить. Если не это, значит, что этот город они нападут. Но этот город как-нибудь может справиться. Вот она, если я не ошибаюсь, может, армия как раз и ушла. Да, это они есть. Здесь у нас, понятное дело, что у нас тоже надо нанимать. Тут нанимается у нас. Тут хорошая армия идет. Их не, можно сказать, брутов. Ну что, тут армия у нас собирается. И мы дальше будем продолжать собирать. Сколько у нас осталось здесь?
Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще шесть отрядов, и эту армию можно идти в атаку. Ну что, господа, на этой ноте мы остановимся. Увидимся в следующей серии других прохождений. Всем удачи вам и пока.